Сегодня дни празднования, столетия со дня образования Кабардино-Балкарии, вашей родной и всеми любимой республики. У вас в гостях академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. Главный комиссар ансамбля, заслуженная артистка России Людмила Богомолова. Дирижер, руководитель оркестра, заслуженный артист России Алексей Мазанов. Главный балетмейстер ансамбля, народный артист России Олег Артамонов. Начальник, художественный руководитель и главный дирижер ансамбля, народный артист России, профессор, генерал-майор Виктор Елисеев. Наталья Елисеева. Thank you.
артиллериста. В честь вчерашнего праздника.
знаете, более 100 человек кабардистов Ленина Балкарии из вашей области приняли участие в первом бое, когда фашисты напали на Брестскую крепость, на нашу страну. За время года Великой Отечественной войны 26 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Давайте сегодня вспомним все вместе тот далекий 45-й, когда чьи-то деды, а чьи-то отцы возвращались с той великой победой домой. В исполнении балетной группы ансамбля посмотрите танцевальную композицию «Домой с победой».
Прекрасная народная песня «Вдоль по Питерской». Солист, заслуженный артист России Виктор Громов. Красоты, не стоит вас призвать.
песен. Солисты. Заслуженный артист Кабардино-Балкарии Александр Кохов. Заслуженный артист Республики Ингушетия Игорь Сафонов, Михаил Зараев, Виталий Герасименко, Константин Кузьмин, Евгений Яхин, Виктор Лежнин и Алексей Басых. Шуткой в бой, ходим дружно.
Музыка Игоря Матвиенко, слова Александра Шаганова. «Выйду ночью в поле с конем». Исполняет вокальный оркестр ансамбля руководитель, заслуженный артист Чеченской Республики Сергей Васильков. Тихо пойдем.
песнь твой, это флаг разлуки страстно вечное. Парус над тобой, поднятый судьбой, это флаг разлуки страстно вечное. Заслуженный артист России Алексей Дмитриев, Михаил Мамонов, Павел Пушкин и Михаил Зараев. Старушка, древняя, стань, Марушка, загоняй.
Thank you.
сердечко. А это значит, что не страшны тебе ни горе, ни вина. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость друга никогда.
не для меня. Солист, заслуженный артист Республики Ингушетия Игорь Сафонов. Не для меня, 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 не для ме
вас поет заслуженный артист Республики Ингушетия Григорий Яковлев. Thank you.
Зачем набрать?
Thank you.
концерт идет. Не устали? Нет. Еще? Да. Ну, немножко, давайте. Сегодня песни для вас поют заслуженные артисты Бурятии Руслан Саможапов и Накпол Сыгенов. Встречайте! Национальной гвардии.
флаге Российской Федерации. Доблесть и честь. Солист, заслуженный артист России Алексей Дмитриев. Как сталь, воля, гранит, а моя кровь в венах не бит.
Сегодня был с вами академический ансамбль «Киевский пляжский бой» Национальной гвардии Российской Федерации. Начальник, художественный руководитель и главный дирижер ансамбля народной артист России, профессор генерал-майор Виктор Елисеев. Полковника полиции Мешева Мурата Мусадовича и заместителя командира войсковой части 3723 подполковника Албеткова Андрея Александровича. Каждый день вы поднимали настроение, и от управления развития разрешите вручить вам благодарность. Слово для меня высокая честь сегодня здесь, с этой трибуны, говорить от лица личного состава 121-го полка, половина которого на сегодняшний день находится на позициях. Ваш творческий задор, ваш профессионализм позволяет гореть нашим сердцам и всем верить в светлое будущее, а нам поддерживать боевой дух на том уровне, который позволит нам выполнить задачу в полном объеме. Также от лица личного состава 121-го полка прошу принять наши скромные поздравления. Дорогие друзья, народный артист России, профессор генерал-майор Виктор Елисеев. Спасибо вам за теплый прием. За то, что вы так восприняли нас сегодня, дали нам возможность. Ну и то чувство, которое называется патриотизм. Чтобы мы победили, чтобы никто нас никогда не понукал и не говорил нам, что мы недолюди и мы здесь случайные на этой земле. Я еще раз вас всех хочу поздравить. Будьте здоровы и счастливы. А мы не прощаемся с вами. Говорите.